Два вопросика насчет Урика. Как думаешь, почему получается выигрывать? Давление на оппонентов, скилл, удача, понимание игры. Два вопроса. Как думаешь, ребята с каждым годом играют все сильнее? Привет, ну давай так, если ты про Винлайн Медиа Покер, играют ли ребята там сильнее? Но если ты правда задаешь этот вопрос, то я не представляю, как ты смотришь. Очевидно, между первым там Винлайном и пятым разница просто колоссальная в уровне игроков. Игры вообще в целом за столом. Взять там Серегу Матвиенко, там Шастуна, там и других ребят, и в стримеров там взять Дину, взять Ликса, взять много там, пиздец, просто небо и земля, небо и земля. Уровень игроков, естественно, растет. Почему мне удается победить? Есть некий навык, есть мотивация, есть какое-то желание. Вот взять того же Вову Пейна, например. Возможно, в покер-то он, ну, как бы, он специфически играет в покер, да, там, может, где-то послабее меня, но, допустим, вот он просто первым делом подошел, когда, да, вот он вылетел, он говорит, блядь, Саня, ну не могу я как ты, нахуй, типа, ну, надо было скинуть, блядь, из двадцатки пробовать раскрутиться, а у меня нервишки сдали, и я заалынил оставшиеся 20. Он говорит, вот не могу как ты бороться до конца, как бы, да, вот, и так далее. То есть, почему удается победить, мне кажется, в целом, потому что, ну, некая мотивация такая есть, да, есть мотивация, есть вот какое-то такое желание, что ли, плюс какой-то некий переап, да, в определенных, короче, сложно сказать, совокупность факторов, то, что я играю в каком-то смысле получше, да, у меня, ну, так бы, по привычней, как это, блядь, назвать-то, даже не знаю, у меня игра подстроена немного, да, под эту ситуацию, плюс еще мотивация огромная, дисциплина, мотивация, воля к победе, вот, а это вот эти вещи. Дисциплина, мотивация, воля к победе. Много ребят достойны победить, много, но как будто бы кому-то чуть-чуть чего-то да не хватает. Кому-то дисциплины, кому-то, может быть, мотивация изучить базовые какие-то аспекты. Кому-то это больше интересно, кому-то меньше. Вот, ну вот ребятам, которым прям мотивация, их прям видно. Они прям реально сильно импровнулись, и сейчас у них, ну, все шансы есть там. Вот. Мое мнение. Адекват хорошо играл, показывал хороший АБЦ покер. Вот. Для меня он не являлся какой-то проблемой с точки зрения за столом, потому что играл достаточно прямолинейно. Для меня, например, проблему большую создавали агромакаки, так называемые. То есть это такой стиль в покере, когда вот, ну, ты просто играешь с чуваком и вообще не ебешь, что у него нахуй. Он просто хуярит алын, блядь, раскидывается фишками, как фантиками новогодними, вообще не придавая этому значения. С такими игроками тяжело играть. Понятно, что они все заливные, понятно, что они минусовые, но просто факт того, что безумно... Ну, просто ты сидишь и смотришь, пытаешься хоть что-то понять, хоть какую-то логику, а там она нахуй, а там ее вообще нету, блядь, она там отсутствует. То есть, конечно, вот такие вещи там, да, тяжело. Адекват хотя бы играл нормально, да, он играл хорошо, и он не часто со мной закусывался, хотя у него было пару блефов, свалет 2 и так далее. То есть, в целом-то у него там были нюансы какие-то. Неплохо играл, неплохо, неплохо. Стол лузеров развалил на везении. В целом он очень крутой парень в плане своего поведения, да. Вот, наверное, один из тех, кого бы я там отметил. Не один из тех, да, кто очень хорошо себя вел за столом. Очень корректно видно было, как, с каким уважением он ко мне относился. Видно было, как он рад. И видно было даже, как ему было неловко, когда он разъебал весь стол лузеров. Просто там всех просто уничтожил там с переездами и не только. И было видно даже, как ему неловко от этого. То есть он хороший, воспитанный парень, с которым приятно сидеть за столом, скажем так. Поэтому я его и на наш турик тоже порекомендовал, и его, и Юлю боевал. Вот. Как-то так. С Кексом финал лузеров был очень интересен. Согласен. Вот взять того же Кекса. Технически играет не хуже меня, а где-то даже лучше, да? И мотивация-то есть, и заебало. Ну, возможно, может быть, нету веры какой-то внутренней, типа, в победу. Ну, как бы, да, как, ну, просто потому, что уже заебался проигрывать, да, уже давно заслуживает победы. Ну, вот так вот, это покер, а 6 турниров — это не дистанция. Вот и все. Мой долг ясен. Созданное моим отцом королевство не может погибнуть.